Приветствую, товарищи стратеги! С вами, как всегда, Консул. Продолжаем мы нашу кампанию «Засилив кидов» во втором Риме с модом по тесту с Ультимиратио на Легенде. Усаживайтесь поудобнее, всем вам приятного просмотра. Итак, без записи я тут сдал ходик буквально, значит, атакует меня Ария, это уже их вторая атака. До этого они прибегали по факту точно такой же армии, только вместо одного копейщика у них был наемный слон, и автобой мне показывал буквально там небольшие потери, то есть все было замечательно. Я спокойно отыграл автобоем, и все, как бы говорится. Ребята вроде бы угомонились, но тут же вот они прискакали со второй армией, атаковали, грубо говоря, ну тем же составом, только без слона, и автобой показывает вот такую вот расстановку сил на данный момент. Что ж, придется принимать бой, потому что автобоем мы тут явно не затащим. Ну и увидимся уже на поле боя. Итак, ребятки, сухая погода, значит... План прост, я отдам им центр, да, у меня тут стоят баллисты, готовые настреливать, если что, лучники, конницу уведу в сторону, ну, суперэлитные войска, я не знаю, куда их деть, пусть вот здесь постоят, пускай на них патроны потратят, я не знаю, что они там будут с ними делать. Можно попробовать еще с этой стороны вот кавалерию как-нибудь увести, хотя я ее, наверное, вот здесь вот распределю и потом выведу в обход, вот так вот спокойненько, тут же, по-моему, был где-то объезд, да, вон там, по крайней мере, точно объезд есть. Так, ну давайте плавно начинать. Значит, кавалерия. Надо ее, кстати, в отряд запихнуть. Выходи сюда. Здесь я им приготовил шипы, застрелов. Все как положено. Так, режим обороны. Суперэлитные войска. Ладно, пускай они там встречают. Так, часть кавалерии я, наверное, сразу на тот фланг отправлю. Пускай ползут. Так, подходят кони-луки. Ну, у меня, в принципе, есть чем их встретить. А это же не конные луки, это у них застрелы. Что там, на толпу патрон потратил? Ну, гони их. А суперэлита вам тут покажет, где раки зимуют. А, боитесь нас, да? Вот то-то же. Так, отходи. Еще раз. Ну все, конечно, расстреляли. Ну хотя патроны они на них потратили, это уже неплохо. Так, здесь тем временем ребята подлетают, начинают огребать довольно-таки жестко. Начинаю вот этих ребят разбирать потихонечку. Так, кавалерия тут почти кончилась. Так, у тебя что-то... А, нет, у тебя нету, да? Кавалерия почти кончилась, здесь они что, встали перед шипами, стоят, курят, да? Ну пускай стоят, мы потом пока застрелов разберем. Так, подходи ближе. С этой стороны как дела? Тишина, да? Абсолютная. Уходи сюда. Копейщики несутся. Так, лучники накидывают. Хотя, я думаю, лучниками лучше вот сюда, наверное, куда-нибудь. Чтобы поменьше они по нам стреляли. Этих-то я сильно не боюсь. У меня там есть чем их встретить. А вот застрелы, всякие ополчения могут накидать и довольно-таки нехило. Так, одни волны, вот этих надо тоже прорядить. Так, с этой стороны не ползут? А, ну вот они пытались, как минимум. Я даже провтыкал этот момент, к сожалению. Баллиста, давай он туда куда-нибудь. Огонь. Ну, нормально, нормально. Подходите, подходи по одному. Так, все-таки прорвались. Да бог с ним, это у нас гарнизонный застрел, я не сильно-то их жалко. Отлично. Я бы сказал, даже замечательно. Давай добей, есть. Давай сюда, всей толпой. Лучники вот этих складываем. Подходи поближе. Так, а вот это уже неинтересно, да? Побежали. Так, что-то не меняет направление атаки. Ты там расстреляешься? Нет этих. Там же и хотя. Подведу конницу. Залп. Пойдет.
Моя кавалерия тоже. Давай вот с этой стороны заходи. Как они хотят шлепнуть моих застрелов, ты посмотри. Прям всей толпой несутся в эту сторону. Накидываем. По копейщикам восточным. Давай сюда. Остатки патронов. Врубайся. В прачников. Да, это пастухи-прачники у них тут. Уже одному отряду морду они почти набили. Уходи. Так, ну наши тут тоже неплохо им рожу-то намылили. Врубайся. Так, ты куда там поехал-то, алё? Просто огонь. Все, валим. Так, а ты что не делаешь? Ничего не делаешь, да? Давай туда в толпу. Ударим по вот этим ребятам. Конные лучники поближе, наверное, подойдут. Нормально ребятам прилетает. Сколько они тут народу оставили, фиг его знает. Мне вот интересно, много они там налупили мои застрелы между делом. Ну, в основном с конницы воевали, наверное, поэтому немного. Так, тут как дела? Тут уже с главнюком, с рисофорами. Это я провтыкал, конечно. Ходи. Лучше вот этих добей. А с рисофорами у меня отдельный разговор будет. О, патроны есть. Огонь все сюда. Так, ну они тут долго от вас бегать могут. Как хотите, как говорится. Где конный лук? Вот он. Режим перестрелки. Все дела, огонь. Так, здесь мне конницы, наверное, не пройти будет. Да, шипы еще остались. Выходи. Ломай свои же баррикады, фиг с ними. А то уже больно. Зашел он мне тут во фланг. Глядишь там, нет? А у вас патронов почти не осталось. Огонь. Хитро. Хитрый план. Жди их здесь. Сейчас нагоним. Пошли. Так, генерала почти пристрелили, да? Нормально. Наш генерал сюда ударит, хотя не. Сейчас на шипах убьюсь, не дай бог. Давай вот так вот. Вражеский военачальник убит. Отлично, отходи. Пикинера, выходим сюда. Так, начальник убит, можно на него в принципе забить. Погнали сюда. Кавалерия генерала возвращается. Хотя, давайте вы уже убейтесь об него. А, они резко передумали, да? Ну ладно, говорили. Уходи. Тоже уходи. Так, стоять. Фаланга. Сюда. Фалангой. Вернитесь, я все прощу. Бедный мечник. Ух, и досталось ему. Пошли. Перекрываю вот это направление. Конница тем временем возвращается вот сюда. Так, пацаны, не скучаем, поехали. Напикиваем. Кто мне там еще без дела стоит? Того. Побежали сюда. Застрелы. Возвращаемся. Что-то, видимо, у них пошло не по плану.
я так полагаю. Прокинем, я прокинем вопрос. Ну, в принципе, прокинем, я думаю. Боевой дух-то уже все, не ахти. Уже начинают разбегаться. А конницы-то у меня много. Встретить чем будет. Дай залп туда. Ну и все. Начинают разбегаться. Че такое? Жесткий автобой показывал, непонятно. Ладно, завершаем битву. Я их тут сейчас всех добью. И встретимся на глобале. Нормально так повоевали. Все мои бойцы набили немало так фрагов. Ну, правда, у них прачники вон отличились, почти сотку наложили. Ну, благо бойцы наши устояли. Готовченко. Полностью армия уничтожена. Интересно, что у них там? Так, сколько? 700 монет. Ну да, не самая дорогая армия была. Тут мне не атаковать, у меня стоят восставшие позади, да? Здесь кочевники, хотя я попробую сейчас что-нибудь намутить. Родос, кстати, опять высадился. Неугомонный. Так, повышение ранга полководца. Дважды, да? Так, у нас зима, и мы далеко не убежим, и эти ребята тоже. Ладно, тогда тут пока стоим, на востоке. Вот ты меня интересуешь, ты добежишь? Нет, он не добежит. Так, в таком случае, давай хотя бы до сюда подходи. Так, теперь. Мне, кстати, войну опять объявили. Ну, уже конфедерация кельтов. И вот этот товарищ здесь не вовремя. И у нашего полкана как бы тут с войсками не густо. Да, на одного только мечника хватает такого, да? Давай тогда еще два таких возьмем. Так, ну и наемную конницу я еще наберу, и будет замечательно. Пока не забыл, у меня в Писсинунте снеслись трущобы. Давайте храм. И хотя бы вот такую штуку. Пусть это дело забить. Так, флотец, как мы тут? А, ну флот бы мне, конечно, усилить не помешало, но пока нечем. Эти грабят, стоят в наглую прям. Уже два флота пришло пиратских. Так, 12 кораблей у него там что? 19. Плюс этих можно с наемником выпустить. А ну давайте попробуем. Выползай сюда. Атакуй. Так, куча лучников. А у меня куча пентер. Так, ну давайте попробуем. Сухая погода. Так, давайте начнем с подкрепления. Откуда наш пойдет с фланга? Нормально, вообще замечательно. Значит, эти основные встали здесь. Обычный снаряд. Так, лишнего. Вот этих двоих, троих, точнее, сюда. Генерал. Посади. Пинтеры все в ряд. И поехали. Так, начиная отсюда. Твою мать, не выделил. Я им вроде бы обычный выстрел включил. Коулиша он там огненным накидывает вопрос. Огонь. Так, а где еще флот? Или они все здесь, типа? А нет, вон ползет еще что-то. Так, главное генерала не слить. Остальные как бы по боку. Огонь. Огонь. И полетели в кучу туда. В атаку. Пламенный. Давай настреливай. Так, ну и как у вас дела? Да, ну это кораблики, они покрепче будут, так что просто так их тут... Наверное, не расшатаешь. А этому я что-то не включил обычный, да? Вот он и накидывает не то, что нужно. Так, там попадаем. Кстати, им, наверное, тоже можно обычный включить.
сюда. Сюда. Хотя можно, в принципе, на таран перейти. Так. Парочка отправилась. Атакуй. 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 Стреляй. Тоже давай греби. Еще разок. Давай, 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 давай. Шевели веслами. А ты смотри, какой он крепкий, а? Поэтому лупим. Отлично. Так, еще разок сюда. Сюда. Сюда стреляй. Нападай. Залетаем. Пехотой. Дальнего шлепните, пожалуйста. Так, давай с фланга. Вы вдвоем сосредоточились на вот этом товарище. А мы пойдем вот этих затараним. Блин, вот здесь привязались. Надо подкрепление тянуть. Хотя... Так вот сделаю. Так, там справились. Здесь как дела? Грёбаные пираты. Получи. Да, ну я тут тоже, конечно, потери несу. Каску. Не помогло. Давай, стреляй в упор. Поехали. Настреливай. Ага, все, волнуетесь, да? Кто-то же. Так, победа. Но я тут, может, еще кого утоплю по ходу дела. И встретимся после этого на глобале. Итак, решительная потеря. О, потеря, говорю, победа. Потерял я одну пентеру, да? Ну и одного наемника. Не страшно, в принципе. У них осталось два кораблика. Блин, 2800, нормально. Это по-нашему. Морские традиции, замечательно. Так, ну и второго я, наверное, пока атаковать не буду. Я сейчас отойду обратно. Восстановлю флот чуть-чуть. Даже увеличу его количество. Так, сколько у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хватит. И вот этот один еще возьму. Вот так вот как-то. Так, генерал пока нанимается. Здесь до Родоса я не достаю. На востоке я, наверное, тоже атаковать не смогу. Просто элементарно, что у меня не получится закрыть все бреши. А очень-очень хочется, на самом деле. Так, здесь ребята пополняются. Здесь пополнения нет, но это все из-за восстания, скорее всего. Надеюсь, они в скором времени свалят. Здесь я пока не добегаю. Так, прокачка. Так, подрывника возьми. Так, это что такое? Атака, не атака. Хитрость тоже мы подкачаем. Поехали флотоводца качать. Значит, в основном артиллерия у нас, да? Так, ну давайте в тактику тоже перейдем. Так, здесь общественный порядок, атака в ближнем бою. Боевой дух на земле. С армией. И просто авторитет. Ну, хотя просто авторитет дадим. Шанс ранить. Стоимость набора отрядов наемников. Минус 5, не надо нам. Набор наемников во флот пока. Здесь. Воодушевление качаем. Так, ну и все пока. Двинули дальше. Итак, моя разведка тут ползает. Посмотреть, что там у Родоса интересного не доползла. Забыл я про нее. Рим, Карфаген, Египет. Македонцев уже шлепнули, да? Не дожили ребята. Так, Афины там куда-то по своим делам поплыли. Надо посмотреть, как у нас с ними отношения там. Чисто для интереса. Пергам на помощь идет. Так, ну и... Враг потихонечку подползает в нашу сторону, да? Военный союз предлагает Коситана. Не надо нам с вами военного союза. Вот вообще никак. Еще ближе подошел. Так, сарды атакуют
Пергам, вы что, угораете, что ли? Так, ну Пергам это не моя марионетка, по факту. А я говорю, что я буду вступаться за своих марионеток, которые со мной останутся. Поэтому я здесь могу, в принципе, отклонить союз и не париться. Так, ну наконец-то они решились. Накол. Блин, отряд мечников потерял. Так, повышение ранга. Интересные слухи. Все дела. Разбойники. Деньги сперли, черти. Кто у него там? Покажи нам. А ну как обычно, да? Ну в этот раз пикинеров он побольше набрал. 60%. Да что ж ты невезучая-то такая? Не повезло. Не повезло, не фартануло. Так, флот, ты там как? 14 отрядов. Так, это у нас что такое? Дира с греческим огнем. Дира с греческим огнем. Легкие пельтастые, а здесь пельтастые матросы. У них боевой дух побольше. Выстрелы в минуту 11. Вот так вот возьму. 3. Три штуки, готовимся пока к борьбе с пиратами. Так, теперь здесь. Значит, догони, казни. Окончательно надо эту армию выводить отсюда, она уж слишком побитая. Наемники все перебиты уже. Хламину. Военные традиции. Так, наемников в кучку. Наша кавалерия тоже убитая. В кучу, колеса в кучу. Да, держаться на мне тут особо нечем будет. Если меня сейчас какие-нибудь массагеты проатакуют, мало мне не покажется. Личная атака. Авторитет при командовании армии. Наем-то есть хоть какой? А ну, в принципе, можно поднаняться. Опять же, вот он рядом. Пожалуйста, заходи, не хочу называется. Ну, хотя, с другой стороны, у меня там гарнизон есть. Так что потерпим. Вот этих распущу, слишком побитые. По наему погнали. Более дешевый вариант мечников возьмем. Так, каплита одного. Вот так пока что. Так, теперь здесь. Что там интересного у Арии происходит? Ну-ка сбегай, посмотри. А, Арахосия, а в городе-то у них там... Не густо, но подходит потихонечку, да? Выйди. В лагерь встань. А ты ускорься и подойди сюда. Вот так вот как-то. Так, интересно, а что у них там у Архуси за войска? А ну куча прощи, застрелы и как всегда, да? Вам же копеч, хотя там кто это... Парфянские савары у них есть. Тяжелая кавалерия ударная. Прямо вот до сюда отойду. Эда, подходи, если хочешь. Мы, в принципе, не против. Так, на западе. Мне, кстати, армию базилевса все восстановить надо. У меня... Сколько еще? Еще ход. Хотя бы более-менее. Можно будет попробовать. И тогда ударю на иконий. Как пить дать? Надо будет ударить. Так, погоди, а ты сбегай, посмотри, что там интересного. А нет, ничего. Вон они, только войска пока тянут. Так, а ты добегаешь? Он добегает до Песенунта. Блин. Придется тогда отменить, наверное, мечника. А он все равно не добежит, да? Или вот так вот? Не, вот так добежит. Или собрать здесь небольшую армию наемников пока. Что у нас? 12 отрядов. Не самая сильная армия на самом деле, да? Давай. Элитных копейщиков поставлю. Элитных копейщиков. 12 отрядов у меня там. А, и на отряд наемников хватает, да? Не более. Ну хоть что-то. Ну, хоть что там. Так. Разворот удар.
Ого-го-го-го-го! Вот это да. Вот это шансы. Интересненько. Беги сюда. Перекрывай направление. Вот это. Так, наемников у меня не хватает. Так, на востоке я, значит, собрался, да, с силами, грубо говоря. Флот. Еще ходик будет готов снова к атаке на пиратов. Окончательному разгрому их, так сказать. Так, на востоке заняли оборону. Ну и получается, надо штурмовать коней, пока не подошли подкрепления. Возможно, мне там еще бабла немножко дадут. Кстати, не хватает чуть-чуть. В дипломатии, может, там кто поторговать захотел? Афины, например. Они вдруг какие-то дружественные стали, не хотят. Не хотят. Так, с кем-то там еще можно было поговорить. Не было лучника одного еще. Нервные вдруг. Не хотят. Римляне, понятно. Руги. Тоже не хотят. Короче говоря, торговать с нами больше никто не хочет, да? Блин, жалко. Я вообще немножко денег-то стрельнул. Да, в принципе, ладно, и без лучника перебьюсь. Поехали. Итак, ребятки, значит, не самые выгодные позиции, как у нас, так и у варварских, да, варварского гарнизона. Но что-то мне подсказывает, что на высотку-то они побыстрее забегут, чем я, поэтому я встал вот здесь вот на холмике, здесь так более-менее так можно, в принципе, занять оборону. Выставил свою пехоту вперед, ну и понятное дело, что стрелковые отряды будут с тылу накидывать. Ну а наши кавалеристы, коляски будут раскатывать тылы. Давайте потихонечку начинать. С ребятки подойдут. И будем веселиться. Так, можно, в принципе, вот этими ребятами залезть на бугор. Давай, подходи по одному. Ну или не по одному. Не, по одному-то они вряд ли подойдут. Опять они шашлык нам гонят. Так, идут. Идут. Застрелов дофига у них. Вот, может, поэтому автобой такой прям жесткий. Кстати, пиком забыл фалангу вырубить, молодец. Так, начали уже обстрел. Я так полагаю, давайте, наверное, по воинам кельтам отстреливаться. По всяким кельтским клиентам. Лучники готовы. Пойдем потихонечку обходить. Вы там залезли? Да, залезли. Вот знаете, наверное, что еще бы прикольно было, если бы ввели, допустим, в, ну, в Total War играх, мне кажется, это поправку на ветер. Вот, к примеру, допустим, они наступают с бугра, да, и ветер с их стороны там откуда не дует, и у них бы дальность метания, допустим, там, стрельбы у всех стрелковых отрядов была бы дальше, чем, например, у моих. Это было бы, как по мне, очень прикольное введение. Как вам такая идея? Пишите в комментариях. Так, давай, ходим. Лерухи фланг закрыли. Так, начинают лучники уже отрабатывать. Скромненько, правда, ну тоже сойдет. Подходи ближе. Колесницы пошли, конница пошла. Врывайся. Что, баллисты делают? Не страдают, да? Угомонись. Отвлекаем кавалерии, если получится. Это что тут? Закрыться надо. Поехали. Влетай сюда. И сюда. Сюда. Сюда на фланг. Давай, 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 давай. Поехали, поехали, поехали. Не стоим. Все дела врубаем. Таскаемся.
Здесь надо помочь. Здесь нормально въехали. Так, неплохо. Погнали в обратном направлении. Ладно, здесь уже хрен с ним. На помощь. Генерал пошел. Ехай. Не стой. Тебя сейчас опять сольют. Ну, как всегда, блин. Много контроля за вот этими отрядами нужно, поэтому вот я их не люблю особо. Нормально все, не очкуй. Во фланг заходим. Кош вперед пошел. Дальше уходи. По коляскам писец пришел, да? Обошли меня с этой стороны. Лучники. Огонь. Так, еще разок. Деремся. Пики сюда пошли. Наступаем. Там пристрелили, нет? Пристрелили, вот этих бьем. Так, здесь врываемся. Со всей дури. Нормально. Врывайся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Гони их. Сейчас расстреляют же к чертовой бабушке всех моих клерухов. Переходи. Давай сразу сюда на помощь. Так, и вот здесь надо в тыл заехать как следует. Врывайся. Так, эти побежали, все, забили на них. А, ну все, они, в принципе, подумали, что сопротивление бесполезно, и решили забить на это дело. Завершаем битву и встретимся на глобале. Нормально. Отдайте. Не полностью коляски потерял, уже радует. Так, повышение ранга, военные традиции. Так, теперь можно нашему базилевсу, значит, кавалерию наемную взять. А вот этих бы лучше, да? Хотя нормально, пойдет. И потом надо еще вернуть, кого мне тут не хватает. А мечника не хватает. Так, денег-то все меньше. Денег все меньше, все хуже. Так, ну еще ход сдаем. Да, нанимаем сейчас флот, наверное, даже в минус уйду. Потом посмотрим, что там еще придумать. Так, можно вот этого, наверное, товарища распустить. Наверное, денег-то он жрет немерено. Ну да, минус 3 общественный порядок. Здесь в плюс вышел, отлично. Здесь наемников нет. Здесь только, ну, не сильно много, в принципе, пойдет. В принципе, пойдет. Так, двинули вперед. Че я там, где опять могу? А, ну да. Давай пока общественный порядок. Это под снос. Так, здесь все замечательно. Здесь... А, ну все, но денег нету. Смысл какой мотать. Погнали. Да, погнали, пригнали. Прокачки-то тут, прокачки у нас. Так, скилловик ты наш. Спрос исследований. Доход от грабежа. Успех давай подкачаем. Так, здесь военные традиции. Давайте лучников качнем. Здесь ночную атаку. Так, ну и замечательно. Погнали вперед. Пойдут ли ребятки в атаку? Большой-большой вопрос. Если пойдут, то в какую сторону? Кстати, не донанил я наемников. Синунд. А вот, наверное, зря. Так, Афины и Рапитну приехали. Здрасте. Так, ну здесь, ладно, нас мало интересует. Тут наши друзья, союзники и сатрапы, в принципе, неплохо справляются с пустынниками. Так, Пергам развернулся. Молодцом. Чего? Торговать расхотели резко. Странные ребята, ну да ладно. А, ну, видимо, из-за того, что я с Карфагеном, может, дружу, не знаю. Ты не обратил внимания, на чьей они там стороне воюют. Так, союз кельтов не двинулся. Снова пираты. Так, а эти резко передумали, да?
Бактрицы подошли. Бактрицы со мной не воюют, кстати. Не может не радовать. Так, Родос. Увидел Базилевса, говорит, ну нафиг. Пошел я отсюда. Куда подальше. Так, вернулся домой. Там кто-то вернулся. Экономическая цель. Давайте земледелие пока. Повышение. Ребенок. Следование. Заключен мир. Так, с исследованиями сразу. Философия. Сколько там? 5 ходов. Коррупция еще минус 5. Давайте возьмем. Пополнения пока нет. Но тут наемников у меня дохренище просто. И на своих не поменяешь, да? Мне можно мечников своих взять. 165. Не, ну эти-то явно поинтереснее. А элитные мечники у меня пока еще не нанимаются, к сожалению. А здесь что есть? Есть элитный мечник? Есть. Дайте. Здесь. Замечательно. Здесь. Что тут поставить интересного такого? Так, давайте место сбора. И производство пока. Так, флотец. Пора бы разбираться, наверное, вот с этими ребятами. 17 отрядов. Можно еще наемников на мясо взять. 2 отряда сойдет. Подходи поближе. Здесь у меня еще наемников целая куча. Так, ты же поможешь, да? Да, поможет. Так, на востоке. На востоке как дела? Значит, ребята из Арахосии решили в обход, что ли, пойти? Я не знаю, куда их несет. Значит, ты тогда стой там, обороняйся. Эта армия основная наша ломанется вот в этом направлении. Давай, бегом. Так, и хотел посмотреть, что там сиракузы. Что с ними не так? А, ну да, Карфаген там со всеми нашими друзьями воюет. Союз с Римом. Рим ко мне тоже не особо хорошо относится. А Афины что? Афины нейтральные. Торговые не хотят. Ну, с этими там бесполезно вообще разговаривать. С Арменией у меня отношения ухудшаются. Вот это печальненько на самом деле. Хотя они с бебриками воюют. Из-за сардов, возможно, не знаю. У меня на востоке столько проблем еще. Прям, мам, не горюй. Только вот этих мне товарищей не хватало, если войну объявят. Как раз в центр ворвутся, а у меня там войск нет вообще. Печаль, беда, слушай. Так, значит, бам. Так, этих, ладно, пока не трогаем. Вроде бы я с ними замирился. Некоторое время назад. Так, ты, мадам, работаешь. Флот остается, который меня тут грабит усиленно. Атакуй. А мы даже автобоем справимся, да? Это прям замечательно. Ух ты, всех мечников положил. Греческий огонь весь положил. Отлично. 1500. Так, ну ты тогда распускайся. Давай я тебя подкачаю. И, в принципе, ты мне пока больше не нужен. У меня тут уже действующий флот имеется. Добьем пиратов. Нормально. Еще 166 монет. Я бы даже сказал, замечательно. Так, флотец, стой, кури. Наемников. Отправим курить. 4300, нормально. Неплохо. Подкачались, так, наем идет. Замечательно. Дальше. Дальше. Что у меня тут еще есть? Рост. Давай санитарию хоть поставим, что ли, до полного счастья. Так, погодите, а у меня здесь где ничего не сносил? А, все. То, что сносил, я застроил нормально. Запамятовал немножко. Так, ты, значит, стоишь, пока куришь. Если что, я тебе потом наемной кавалерии наберу. У тебя как дела? Пополнение идет, славьте господи. Тоже ему нужна будет кавалерия. Мечников я, ладно, взял. Так, этот товарищ у меня ломанулся в обход. Так, а где у меня? А, вон он стоит, воитель. Давай-ка погляди, что здесь интересного. Если добежишь. Ну, надеюсь, как минимум, что добежит. Так, ладно, друзья мои, значит, потихонечку, помаленечку вроде бы продвигаемся. Где-то побеждаем, где-то не особо.
хорошо идет наступление. Ну, плавно, планомерно мы так заканчиваем объединение некоторых провинций, да? Денежка вроде бы подрастает. Так что, думаю, восточная кампания у нас в скором времени тут усиленно продолжится. Значит, в плане разбить вот эти вот все мелкие наши бывшие сатрапии, наказать их за предательство, так сказать, да? Потом у нас еще, возможно, война с кочевниками, но потом уже активное наступление на запад, я так полагаю. Хотя, кто его знает, все еще может поменяться, и не раз причем. В общем, давайте на этом сегодняшнюю нашу серию завершим. Всем спасибо, кто пришел, посмотрел. Не забывайте поддерживать видосик лайком, канал подпиской с прожатым колокольчиком, если интересны мои прохождения. Ну и всем вам здоровья, всем удачи и всем пока-пока.